залез в Google и напечатал там советские постройки 1950-е и 1970-е годы. Когда я нашел целиком отсканированную страничку, у меня, правда, физически задрожали руки, потому что внизу страницы было написано 1973 год, Гипроград, Харьков. Я понял, что эти здания, ровно эти здания, вот сейчас бомбят, их уничтожают, смерть в каждом углу. Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. В этом выпуске мы продолжим разговор о том, как реагируют художники на вторжение России в Украину. От молчания до прямого высказывания. Героями подкаста, которые оказались в эмиграции, будут Максим Боксер, галерист и куратор, автор площадки «Перелетный кабак». Он был моим партнером по проекту «Свобода в клубах» в Москве. Оба проекта закрыты. И Иван Лунгин, художник, выставкой которого открылась небольшая галерея Максима Боксера в Риге. Выставка называется «Крестики-нолики», но это название лишено невинности детской игры, потому что нолики здесь – это люди, чья жизнь уничтожена, а крестики – могильные. Здесь 5 разделов, мы останавливаемся возле каждого для комментария художника. Иван, 5 серий, черно-белая история. Все черно-белое. У меня все всегда монохромное практически. Но нынешний... Даже серый цвет ушел куда-то. Мы поговорим о том, как поменялась ваша оптика, ваш подход, ваше цветовое ощущение после 24 февраля. Вот первая серия, это мои детские солдатики, то, что от них осталось. Искорёженные. Искорёженные, они расплавленные, они у меня с 80 какого-то года. Они где-то все время валялись в ящиках, вот я с ними переезжал туда-сюда, ну какой-то обломочек детства. И после 24 февраля все очень сложно начиналось. Первые 2 месяца было непонятно, можно ли что-то делать. Хорошо. Вообще. Я помню наш разговор, что невозможно ни говорить, ни писать. И... Ты сказал тогда, что тебя вдохновляет пример твоего друга Юлия Гоголева, который начал писать стихи. А первое время же все замолчали от шока. Ушли в себя, и невозможно было что-то сделать. Абсолютно невозможно. Была какая-то апатия, хотелось кричать. Но у меня тогда действительно в голове вот Адорно все время крутился. Может ли быть поэзия после Освенцима? Я увидел в какой-то момент, что Гоголев пишет. Я понял, что не только может быть, но должна быть и поэзия, и живопись, и все остальное во время. Не только после, но и во время, потому что мы должны об этом кричать. Я сказала, когда увидела недавно у тебя такую монохромную серую картину из окна, что она мне очень напоминает картину Матвея Вайсберга, киевского художника замечательного, который говорит ровно то же, что и ты. Он вспоминает ровно ту же фразу Адорно и говорит, что это наша обязанность. Именно и по-другому невозможно поступать, потому что уходить в себя и молчать, ну, это предательство по отношению к себе и к тем людям, которые сейчас переживают, которые находятся в театре событий. Прости, я буду скакать, потому что это довольно сложная работа. Здесь не одно переживание. Я думаю, вообще. Во времени сложно устроено. Каждый день нас бомбардируют картинками. Мы видим трупы, разрушенные дома, мы видим это горе, это зло. Это то, чего не было никогда. Югославская война, которую вспоминают, она же не была такой. Нет, она не была медиатизирована. Может быть, это все началось с войны в Ираке, но и это, как ни цинично звучит, для европейцев все-таки далекая история. Абсолютно. А здесь это то, что мы очень хорошо знаем. И с одной и с другой стороны, это правда вот географический центр Европы. Если провести ребята от Урала до крайней точки, я не знаю где, в Испании, вот это Украина ровно посередине. Это центральная Европа. И вот эти ужасающие образы, которые мы видим в новостях ежедневно, от них невозможно уйти. Но в то же время я прекрасно понимаю, что я не могу их использовать. Я не свидетель. До меня доносится лишь эхо.
утром, вечером, днем, ночью я живу этой вещью, я переживаю, но я как художник не вправе взять этот образ и перенести его на холст. Я не переживал этого, я не могу это пережить. И я не являюсь свидетелем прямым происходящего. Поэтому все, что у меня на выставке, это куски быта нашего. И это вот то эхо войны, те отголоски, которые до нас доносятся. Мы закрываем глаза, мы выключаем интернет, мы отключаемся от телеграммы, мы отключаемся от газет, от телевизора. И все равно мы идем, мы видим разбитую тарелку, и хлобысь меня накрывает. Возвращаясь к солдатикам, я увидел этих солдатиков у себя. Целеньких таких вот, оловянных маленьких солдатиков. Я понял, что, братцы, а вот это же не ваша судьба. Ваша судьба, она вот такая. Я взял горелку и сжег их. И получились эти странные бейконовские, я не знаю, какие-то образы вот этого мяса, трупов. Ужасные, ужасные, ужасные. И в то же время они выглядят как разрушаемые памятники, как фотографии разрушаемых памятников, которые и в Украине разрушались, да. И в Америке разрушались. Да. Это какой-то отголосок еще и войны памятей, культур, опровержения старых идолов. Угу. Это очень точно то, что ты сейчас сказала. Я не, совершенно не придавал этого смысла этой работе, но правда, это ее вот вторая, наверное, суть. То, что да, это памятники из моего детства, это памятники того самого Советского Союза, моего детства. Я там Они жил, очень напоминают сталинскую скульптуру в момент ее разрушения, либо в момент ее сноса, либо в момент ее разрушения. Ну, такой вот микровучетич. И при этом я не могу не вспомнить сказку про оловянного солдатика, да. Оплавленного. Ну, это да, это судьба и любого солдата. И про стойкость, и про травму, и про смерть. Для тебя важно всегда разбивать изображение на такие вот квадраты. И тут это тоже сделано. Вот зачем эта дискретность, Иван? Честно говоря, я не совсем понимаю. Здесь это часть работы, мне проще ее так складывать, мне проще ее так видеть. Это для меня какая-то вот такая квазинаучная история, то, что ты складываешь некоторый пазл, документ, состоящий из нескольких... То есть это каталог, по сути дела? Да. Вот это вот... Разрезанность, да. Вот это вот секвенции, где эти части по отдельности, и одновременно это что-то целое, одновременно это что-то, что мы можем сложить в маленькую стопочку, и это документ. Но мы можем вспомнить, может быть, здесь это больше всего напоминает странным образом, господи, прости, фотографии из моргов. Судебно-медицинские карточки. Именно. Судебно-медицинские Именно. Карточки с фрагментами частей тел. Это фотография, это макрофотография. Маленького оловянного солдатика ты делаешь таким, как будто он... Ну, вот эта фотография воспринимается, как будто это реально вот как эта огромная скульптура. Плюс еще это я хотел выставить сами объекты, но они настолько игрушечные и маленькие, что это, здесь перевод их в масштаб. Это соответствие человеческому масштабу, на самом деле. Если в игрушке мы все равно расплавленные игрушки, мы видим исключительно сломанную игрушку. А здесь мы можем увидеть себя. Они все равно больше соответствуют нашему масштабу. Это превращается больше в зеркало. Ну и плюс еще какая-то вот история с мешками у меня, работа незаконченная была. Черные мешки. Это как бы смерть, превращающаяся в игрушку, а здесь это игрушка, превращающаяся в смерть. Как выглядит эта история с черными мешками? Это такой человеческий силуэт со складками просто. Ну вот то, что мы увидели первые месяцы войны после 24-го. Вот эти мешки. Это была такая вторая часть работы. И это была еще работа судебных медиков, когда разгребали бучу. Да, когда было переосвидетельствование. И в твоих работах это еще и как будто... Погребальные складки древнеримских или древнегреческих скульптур. Да, но это их христианская иконография тоже. Возьми всю скульптуру христианскую, там, Кристо Велато, Христос под вуалью и так далее. Это же вот этот человеческий образ, скрытый тканью, в данном случае полиэтилен. Иван, я помню, что на Фейсбуке появились... Обожженные фигурки или черные да. фигурки. Вот. К следующему, да. Здесь мы их видим уже как такие зафиксированные
твердые скульптуры, но я помню, что ты экспериментировал с частичным обжиганием этих фигур. На самом деле, изначально была мысль, что они будут обожженные все. И, наверное, тоже нужно рассказать их историю, потому что они изначально, они все в лежачих позах. И они поставлены на ноги здесь. То есть, на самом деле, они все лежат. А выглядит это так, как будто они стоят на маленьких постаментах. На маленьких постаментах, да, в довольно нелепых позах, надо сказать. Ну, потому что это в основном именно лежачие позы. Что до обжигания, тут вот я недавно понял, что это же очень часто использовалось и в скульптуре, и в архитектуре деревянной. Обжигание досок и вообще это их увековечивание, это сопротивление, это, они становятся гидрофобными. На самом деле это в какой-то момент, это не придание им бессмертия, но по крайней мере удлинение их жизни. Это вот как образ мертвого человека, который врезается в память. Он врезается в память не просто вот на время, а это чтобы его закрепить, чтобы он продолжал жить в какой-то мере. Но все-таки это еще и сгоревшие. Это сгоревшие люди. Это сгоревшие люди, и здесь, может быть, один элемент есть, который я действительно взял из тех вещей, которые мы видели, происходящих в Украине. Тут вот труп человека, застреленного в Буче, со связанными руками за спиной. Вот эти связанные руки – это единственный элемент, который у меня здесь нечаянно появился, но я потом увидел, что эти руки оттуда, эти руки из Бучи. И тут есть один очень странный персонаж, который стоит как... памятник Ленину. Да, только кепки не хватает. И у него квадратная голова из мира вот этого советского монументальной пропаганды. А какие-то еще похожи на древние славянские скульптуры? Да, на египетскую и на греческую архаику, потому что это первый скульптурный проект у меня, я никогда до этого не вырезал по дереву. То, что я могу сделать, это примерно то, что могли сделать архаичные скульпторы в Древнем Египте или в Древней Греции. Они все как бы с такими странными скульптурными пропорциями, я имею в виду высоту. 20 сантиметров 25? 18-25, наверное. У меня есть обломки дерева, которые я нахожу. Я не покупаю материал. Это работа с тем, что у меня есть под рукой. Я бы очень хотел бы сделать скульптуру в человеческий рост, но у меня нету ни возможности. Вот, поэтому это такой пока набросок, может быть, к чему-то следующему проекту, а может быть, это самостоятельная вещь. Мы вернемся после объявлений. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Иван Лунгин. Русский художник в эмиграции и его работы после вторжения России в Украину. Выставка «Крестики-нолики» в Риге в галерее Максима Боксера. Продолжаем комментарии Ивана к его работам. Раздел «Обеденные тарелки как мишени убийства». Можно поговорить о тарелках. Для человека, который вот только вошел, да, на выставку. Это самая аттрактивная и самая понятная часть выставки, потому что это тарелки, на которых изображены многоэтажки, и одновременно они разбиты, эти тарелки. Они склеены, но они разбиты, как будто это тарелки в тире, как будто по ним стрелял какой-то гнусный великан, который разрушает эти дома. И, конечно, тут сразу у зрителя возникает и картины Харькова, разрушенного, и картины Мариуполя разрушенного, и картины еще многих-многих городов, которые этим бомбардировкам подвергались. Это действительно самая простая метафора на выставке, самая понятная. И самая эмоциональная. Эмоциональная, потому что, ну вот, тарелка должна быть целой, посуда должна быть целой.
Мы привыкли к тому, а здесь... И вообще это очень мирный образ, это да, образ еды, это образ дома. Вот это образ дома, это тут в тарелке образ дома, в каждой тарелке образ дома, а тарелка является образом дома по своей сути. Ужасная история про эту серию, про закольцованность какую-то вещей в нашей жизни, про, ровно про то эхо, которое до нас доносится все время. Я находил картинки, опять же, чтобы не использовать готовые образы зданий. Я залез в Google и напечатал там, значит, советские постройки 1950-1970 годы. И нашел несколько картинок, обработал их. И когда я напечатал их на тарелках, разбил тарелки, вдруг до меня дошло, что 5 из них, они явно из одной книжки какой-то. Когда я нашел целиком отсканированную страничку и прочитал, что было написано, ну, у меня, правда, физически задрожали руки, я покрылся холодным потом, потому что внизу страницы было написано, дату точно не помню, но там было написано, положим, 1973 год, Гипроград, Харьков. Это произошло через 5 минут после того, как я тарелки эти разбил. И вот я понял, что эти здания, ровно эти здания, вот сейчас... Их бомбят, их уничтожают, что там смерть в каждом углу. Я совершенно не мистик, но здесь как-то вот волей арифметических представлений сложилось так, что я изобразил ровно те здания. А как вообще вот эта идея тарелки пришла? Ну, разбитая тарелка дома. Как пришли эти фигурки, это полено, которое было обугленное. Как пришли эти тарелки, это разбитая тарелка дома, которую я собрал на совок и начал выкидывать. И вот этот дзынь-дзынь-дзынь-дзынь в помойном ведре, я ее достал из помойки и нарисовал на ней домик. И дальше начал делать эту серию. Следующий, наверное, вышивание крестиком. Это фактически графика. Чуть больше формата А4. Если ты близко не подходишь, тебе кажется, что это просто тушью нарисовано. Тушью нарисованы. Сначала мы особо не понимаем, что, а потом мы понимаем, что это крестики и... спроецированная от них тонкая тень того же крестика. И они превращаются на некоторых холстиках в кляксы. И, в общем, это вот такой образ пополняющихся анонимных кладбищ. А еще они похожи на стаи птиц, которые летят по небу или на облака. Средняя часть этой композиции, она напоминает тюрьму, потому что они внезапно начинают складываться в решетку. Эти крестики, но в конце концов они как-то развеиваются, уменьшаются, как будто птицы над Римом. Вот птицы над Римом ведут себя примерно так. Да, там эти стаи летают. На самом деле это же ткань и вышивка. Вышивка крестиком, но в этом случае буквально крестиком. То есть тут как бы несколько метафор заключены. Но то, что хотел сказать художник, это не важно. Художник, он создает некоторое зеркальное пространство. И отвечает на свой вопрос, когда он смотрит свою работу. А когда к зеркалу подойдет зритель, разве он увидит того человека, который создавал его? Нет, конечно, он увидит себя. Но, тем не менее, первая структура этой серии, она все равно всем понятна, да. Одинаковая. Да, это крест. Да, да, это крест. Это крест. Это крест. Это христианский крест, могильный крест. Это кладбище. Это кладбище. Но это очень простые метафоры, которые могут становиться многогранными. Я бы сказала, что это еще и очень японские истории, графический минимализм. Это какие-то журавлики, которые нужно было... Помнишь, были такие истории? Нужно сложить, чтобы, да. Избежать смерти. Ну, вообще, эта методика вышивки, она на самом деле общая. Она существует везде. Меня спрашивали многие люди, это потому что украинская вышиванка. Но опять же, вот здесь в Латвии чувствуется, что это тоже вышивка национального характера, вещь очень дорогая сердцу латышей. И многие подходят и как раз рассматривают это с особым каким-то интересом. А вышивка, она существует и в Бельгии, и во Франции, и в Украине, и в Латвии. Как она набирает силу, и кресты увеличиваются, да. И их усилие увеличивается. Да, а это усилие, оно еще усилие в работе. Каждая эта вещь, она очень, в каком-то смысле, музыкальная. Это каждый раз импровизация. Я начинаю с нуля, нету ни наброска, ничего. В смысле, иголку стежок. Не вытащишь. Стежок, он, ты не можешь ошибиться. Каждый раз это вот... какой-то новый странный узор, и действительно в какой-то момент сложно контролировать эту вещь.
Большая картина, состоящая, опять же, из фрагментаций, из 9 почти одинаковых сюжетов. Это образ сожженной спички. Антропоморфное такое явление. Я курю и пользуюсь спичками. Несколько месяцев назад я закурил и смотрю на горящую спичку у меня между пальцев, и я понимаю, что она превращается вот в этот маленький трупик с головой, с тонкой шеей, изогнутой. Трогательный, ужасный, непоправимый момент умирания и невозвращения. Это большие ряды спичек. Это просто целый строй спичек. Или целое кладбище спичек. Или целая демонстрация спичек. Это спички полусгоревшие, и у каждой из них свой характер. Они склоняются в разные стороны. Кажется, что у них даже какое-то выражение лиц. Между какими-то диалоги. Такая очередь странная. Это вещь с серым фоном и с белыми телами спичек и вот с черными обгоревшими верхушками. Строгая и печальная картина. Среди них есть совсем маленькие, и думаешь о них, что это, наверное, дети, которые сгорели слишком рано. Маленькие вещи. Маленькие человечки. А, Иван, я хочу вернуться, собственно, вот к тому, с чего мы начинали, к трудностям работы, к возможностям художника из России высказываться. Ты уехал из России скоро после начала спецоперации, насколько я понимаю. В конце мая прошлого года, да. Вот, у меня нет ответа, чем должен заниматься русский художник, должен он молчать. Мы отчасти начали про это говорить, о том, что не только после Освенцима можно писать стихи, но, как говорит там история, их можно писать и во время Освенцима. Необходимо. И сохранились дневники людей, которые были найдены после освобождения Освенцима. И масса документов, которые нам говорят о том, что люди, находящиеся в крайне критической ситуации, были способны на то, чтобы рефлексировать и даже заниматься искусством. А если рассуждать о русских сейчас, которые находятся в очень странной истории идентификации, если сравнивать со Второй мировой войной, и говорить о том, что люди, граждане фашистского режима, извините, что я так формулирую, не имеют права на высказывание, мы знаем опыт Себастьяна Хафнера, знаменитую книгу «История одного немца», где он рассказывает с точки зрения немца, который изо всех сил сопротивлялся. Там мы знаем многих художников. Мы знаем писателей, актеров, которые уехали и которые продолжали бороться. Да. Ну вот, с одной стороны, правда, ты ежедневно сталкиваешься с этой парадоксальной мыслью, то, что могу ли я? Я не знаю. Я считаю, что я должен. Я считаю, что это долг человека не забывать хотя бы. А не забывать я могу именно таким способом. Ну, не буду я цветочки сегодня рисовать. Не буду я говорить об абстрактных вещах сегодня. Я могу говорить только об одной вещи. Я думаю, что это еще долг перед погибшими. Когда я смотрю на эти твои черные обожженные фигурки... Это память. Это память. Мой способ, но я не знаю. Это мои молитвы, образно говоря. Мой способ помнить этих людей. Запоминать их на всю жизнь. Ставить вот эти крестики. Еще и помнить, чья вина и ответственность за их смерть. Да. Иван Лунгин о своей работе и выставке «Крестики-нолики». Продолжим разговор с Максимом Боксером, галеристом, куратором, коллекционером, автором московского клубного проекта «Перелетный кабак», который сочетал две выставочные площадки, книжный магазин, выступления музыкантов и арт-дискуссии. Сейчас этот проект закрыт, а его автор перебрался в Ригу. Напомню, что Боксер – автор популярного ресурса «Шар и крест», который во времена пандемии давал возможность художникам продавать свои работы и обмениваться ими. Это была международная площадка, где встречались авторы из Украины, Беларуси, России и других стран. Наш разговор происходит в новой ситуации. Люди, которые сейчас оказались в разных странах, я имею в виду россиян, которые уехали, возможность высказывания или невозможность высказывания? Мы с Иваном вот только что об этом говорили. Художник, оказывается, сейчас, особенно художник родом из России, и вообще любой деятель культуры родом из России, он оказывается как бы под сомнением. Зачем ты это говоришь? Имеешь ли на это право? Имеешь ли ты на это право на фоне того, что твоя страна бомбит Украину? Мне кажется, что надо рассматривать все это очень индивидуально. К
Кто-то не может сказать ничего и до сих пор находится в ступоре. Кто-то не может не работать и работает. И подсознательно или сознательно его творчество отражает его душевное состояние, его мысли. А кто-то, может быть, еще скажет свое слово. Это больше относится, наверное, к литературе. Да? Это появится, может быть, чуть позже. Но так или иначе, такие моменты истории, они отражаются в искусстве. И мы знаем массу примеров. По мере возможности хотелось бы помогать, да, художникам, хотя бы предоставив им возможность донести свое высказывание до людей. Я не думаю только о русских художниках, сменивших локацию, но я думаю и о украинских. Я понимаю, что это очень сложно. И о молодых латышских художниках, и о неком возможном диалоге между ними. Потому что в произведениях и в творчестве этих художников я вижу этот диалог. Единственное, что можно попробовать его каким-то образом показать. А ты не думаешь, что будет много сложностей? Ну, вспоминается такой скандал вокруг проекта Марата Гельмана, когда он в Берлине открывал выставку одного украинского художника, и тот в последний момент отказался. Mm-hmm. Вот как ты относишься вот к такого рода проблемам? Они явно есть, когда украинцы говорят, мы не будем выступать вместе с русскими. Если проект осуществляется, очень серьезная волна критики это все сопровождает. Вот тебя это не смущает? Ну, разумеется, я об этом думаю, но мне кажется, что только искусство спасает мир, и от каждой эпохи остается, в общем-то, только искусство в истории. Но я не собираюсь как бы заниматься какими-то спекуляциями вокруг риторики, да, которые возникают в последнее время по понятным совершенно причинам, а лишь стараться показать произведение. И это уже воля и выбор тех художников, за которыми я наблюдаю, которые мне нравятся, участвовать или нет в этих проектах. Высказывание может быть даже каких-то не имеющих отношения к ситуации в произведениях. Возможно, зарождение какого-то стиля, да, на сломе эпох, да, как в начале 20 века. Появляется футуризм. Или появляется неммецкий экспрессионизм. Или появляется немецкий экспрессионизм. Первой мировой войны, да. Возникает это мощное движение. Ты упомянул о том, что есть какие-то исторические примеры, когда люди вот в подобных ситуациях работали. Я имел в виду художников-эмигрантов, конечно. Это была и первая волна эмиграции из России, это была волна эмиграции из Германии, начиная с середины 30-х, ну, после выставки «День генеративного искусства» уже вряд ли это все сравнимо, но, тем не менее, вот об этих аналогиях говорить можно. Почему ты решил начать с Ивана? Как это все родилось? Ну, я больше года находился в некотором оцепенении и в какой-то момент понял, что должен делать то, что я люблю и умею. Мне с Иваном легко. Мы говорим на одном языке, мы думаем об одних тех же вещах, как бы на одной волне взаимопонимания. Я в этой выставке вижу какое-то единство высказывания графического, исторического. Для меня это еще и политический жест. В классическом европейском понимании того, что такое политика. Политика, которая входит в ткань искусства, даже если художник не ставит себе задачи сделать актуальное высказывание. Ну, я думаю, что все происходит подспудно. Здесь есть отражение времени, трагизма, но в то же время эта выставка, на мой взгляд, дает надежду. И при всей ее сложности и вот этом оголенном нерве, она очень позитивна. Красивая. Мне очень приятно показать эту историю в Риге. Красивый город и многострадальный город. Мне кажется, что люди должны почувствовать наши отношения. И в этом одна из важных задач этой выставки, того, что я сейчас делаю. Да? Но я должен что-то сделать, и я рад, что я могу это сделать здесь, для рижан, для тех, кто
переехал в Ригу, для тех, кто путешествует. Это важно. Галерист Максим Боксер и художник Иван Лунгин. Русские художники после Бучи. Выставка «Крестики-нолики» в Риге в галерее Максима Боксера. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.